Мое почтение, джентльмены. Ну что ж, вот и осталась последняя DLC «Забытый солдат». Четырехзвездочная, как армянский коньяк из Ашана. Посмотрим, насколько это сложно на деле. Первые два DLC-шки, по-моему, надо местами поменять. Заверку, по-моему, сложнее. И там не две звезды, а как минимум 8 должно быть, на мой взгляд. Но почему-то решили, что это проще, чем когда ты играешь за чувака с дробовиком, у которого дохерища патронов, дохерища всего, ему надо просто зомби отщелкать. Ладно, смотрим, что тут за Ханка. Говорят, что он Ханк, а не Хэнк. Как будто мне не похуй, как его зовут. Я вообще слышал, что в оригинальной японской версии он Хуенк. Неизменно резьбу банят у меня на канале. Ну как банят, вешают у него 18 плюсом через раз за чрезмерную жестокость, чтобы взрастить, оградить детей от этого контента и вырастить еще больше заднеприводного населения, которое потом будет качать права за свои ебучие парады. Так, произошла утечка вируса. Многие сотрудники службы безопасности гнезда заражены. Некоторые зараженные носят пули непробиваемую антипехотную экипировку. Ну что, такое бывает? Ну пизда-то, жизнь солдата. И чё, у меня что есть-то? У меня есть, ёпта, МП-5. Почему-то Ле-5. Ну пусть будет Ле-5. И вообще больше ничего нету. Вот это да, я играю за бичару. Ласты к полу, морду вниз. Так, у него нет антипехотной брони. Уйди нахер, бомжара вонючая. Нож и порох, бля. Я даже хуй узнает. Шо то? А, подожди. Тут же не выбирать. Батя подтупливает. Я смотрю, они что-то падать-то не хотят. А, вон он, антипехотный. Хоп-хоп-хоп. И... Опачки! Ах ты, сын, Много мата. Как он, блядь, среагировал? Ёб твою мать, а это что? С вами-то что случилось? Иди ты в жопу, бомж вонючий. Суки. Нож отдай, говно. Ёб твою мать, еще один стал. Суки, бля, вот это да. Это же Кодзима, смотрите. Бля, у меня что, пневматика, я не понимаю? Просто обосраться. На таком узком пространстве они их понастыкали, понаставили. Патроны в ней срочно. Муп. Что это такое? 16-зарядный пистолет. Световая грена. Но я так понимаю, что надо было брать световую грену, блядь, ну ладно. Тихо, Бобик. Все в порядке. Все в порядке. Почему эта сука здесь? Ладно, этого бомжару мы оставим в покое, ну его нахуй. Да как, блядь, ты меня услышал, ты заебал. Шулеры нахуй кругом, пошел нахер. Вот ты, блядь, тебя-то только не хватало. Да ты заебал, слышишь? Все, Ханк отбегался. Пиздец, спецназу больше страть не будет. Да ладно, я в каске, заебешься жевать. Если он у тебя в жопе застрянет, мразь. А что, нихуя не понял. Вот это я понимаю, блин, 4 звезды сложится, сразу видно. Трэшняк такой подъехал. Окей, я вас понял, давай еще разок. Бля, вот когда зомби горят от огнемета, они умирают. Когда они горят просто потому, что горят, им похуй вообще. Да, блядь, Джонни Факел полз, наверное, в атаку. Давай, заходи. Светошумовую давай. Этот Спайдермен раскорячился. Пошел ты нахуй, хорек ебаный. Пошел в жопу, мразь. Не то, блядь, не то у тебя нахуй стоит. Taking fire, need assistance, блядь. Все, нечем ему убить, нечем, сука, забрать никак. Что у него там было? Я просрал свою мазу. Ёпа мать. Один гранатомет, 4 дробовика или 7 пистолетов.
Просто заткнись и дай мне дробовик. Хуясь, вот это бросок. Ну, наверное, в водное поло играл. Убери свои шоколадные руки, скотина. О, блядь, о, блядь, о, блядь. На, забирай, дарю тебе. Дарю тебе этот нож. Куда мне надо-то? А, вот куда. Все, я уезжаю от вас, ублюдки. Интересно, насколько длинная сия компания? О, бля, они вызвали... Они что, вызвали лифт? Так, давай, песика, тычи начинает пазла. У меня нету, вообще ничего нету, чем его можно было. Мы выстрелим ему в пузо и вот так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Что тут у нас? Так. А, можно сблизить порохом, создать кислотные боеприпасы. Двухщик потом можно создать патроны, пистолет, пулемета. А еще... А! Так. Дробовика, это заебись. А из этого что получится? Блять. Ну ладно. Так. Бомжи, 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 бомжи. Ёб твою мать, а тут-то что нахуй происходит? Уйди, швабра, блядь, стреляй. О, это баба из фильма «Звонок». Не, нахуй, еще. При поддержке какого-то бомжа меня. Так, тут надо было иметь с собой, видимо, гранатомет все-таки. Да ну дай же ты, блядь, мне хотя бы минуту, мразь! Ну, не минуту, хотя бы секунд 5. Так, сейчас из пороха надо посмотреть, как накрафтить патроны. Мазевые. В принципе, я думаю, что... Ага. Так, где этот? Давай сюда его нахер. Так. Если вот это с этим... Кислотные боеприпасы, да? Отлично. Пойдет. Нок-нок, мазафакеры. Так, это я помню, что с правого фланга тут идеально можно обойти. Блять, вот какой же у него бросок, сука, ему бы в баскетбол. Ну, конечно, он же... Еще, блять, еще, нахуй, еще, они просто так и прут. Так, ну что ж, пока что никак себя не оправдал мой... Дерьмовый гранатомет. И нахуй, жирносек. Неебически меткий выстрел. Так, мне нужно это дерьмо. Так, что тут, дробовика. Пистолета, пулемета. А у меня нет двух щепоток. Епта. Да, ну только вот больше кислотного говна могу сделать, и все. А из этого, если с этим... С испор, чтобы создать патрон дробовика. Ага. Которого нету. Уйди, прошмандовка, блядь, ёб твою мать. Где нахуй от меня тискал? Говно, блядь, ёбаное. Куда вы лезете, ублюдки? Да перезаряжай же ты быстрее, это дерьмо, дергай затвор. Пошел нахуй. Да тут всем, по-моему, вообще похуй. На этот, блядь, на эти... О, блядь. Этот обосранный, побоссанный гранатомет, им просто насрать, блядь. Мне кажется, там не кислотные боеприпасы, а в них просто нассано, блядь. Так, пробуем экономить флешку, потому что там без флешки вообще не вариант. Слишком дохера народу, им слишком насрать на кислотные боеприпасы. Полная херня получилась. По широкой дуге Лионель Месси обходит. Так, тут эти пидоры. Экипировано. Дороги, мрази.
Заебись. Все, вези меня нахуй отсюда, я наигрался. Сколько можно, бля? Это конец уровня, нет? А, нет, гомосятиный ответ. Так, этого нет, понятно, доставай, блядь. Тут будем прорываться, видимо, с охуенными боями. У этого ноги, у этого голова. Умри нахуй ты. Так, вот это хорошо. Да, догнал, догнал, блядь, молодец. Нормально он про... На пол, сучка. Не подходите ко мне, ублюдки. Блять, это был край крайний. Дроздов напал. Дроздов спецназовец сожрал меня, сука. Надо было назад отойти, их здесь встретить. Но тут, видите, есть бомжи, которые вообще полностью в броне. И хуй знает, что с ними делать. Так, а тут у нас что? А, тут у нас раш. Раш, раш, раш. Блять, жирная пиздота, не заметил твою уёбка, блять. Заебало тупое дополнение, блять, какое ж говно, нахуй, кто его придумал-то, пиздец. А вот здесь вообще, блять, эскейп не работает, правильно, нахуя, мы посмотрим эту анимацию 250 раз, даже так же охуенно, блять. Попытка спецназ Раша номер 389. Ну или что-то около того. На самом деле очень не хватает в этих дополнениях кнопки начать заново, потому что фейлишь тут постоянно, блять, вот на таких уебищных моментах. А чтобы перезайти, надо выйти, блять, начать заново, зайти в доп. Режимы. Нахуя такие сложности, хуй поймешь, блять. Вместо того, чтобы одну кнопку сраную сделать, просто начать заново. Ну этих, понятно, с этими бомжами я зря ножом дрался, конечно. Вообще ни о чем. Сбираем флеху, подходим, подходим. Спайдермен тут, естественно, немножко тупой, как и мой персонаж с такой стрельбой, полный лох. Объединить. Пока я хочу заметить, идем на ноудэмэдж, это обосраться можно. Колени, пидорасом этим. В принципе, я вначале все правильно понял, как играть в этот режим, нужно... Просто видишь, что не защищена у бронированного чувака нога, стреляешь ему в ногу. Видишь, рука не защищена, стреляешь ему в руку, в принципе. Оно же лежало на поверхности, тебе его надо как-то от себя откинуть, а он весь в броне. Так, тут, значит, забираем ястреб, потому что у него 7 выстрелов, блять, а вот у кислотного говна один выстрел. Нахуй я его вообще брал, не понимаю. Какой логикой я руководствовался уже и не помню, блять, но, видимо. Ага. Так, а тут пиздец. Так, здесь херачим пиздячим паром. Слева лежал жирный жирнич. Нахуй в колено, блядь. Да эти козлы пытаются все схватануть. Сосите бибас, твари. Так, ага. Тут главная проблема вот в этом травоядном ублюдке, который падает сверху. Так, как, что тут? Спорох, чтобы создать патрон для ДРБГ. Потом можно создать патрон для револьвера. А у меня нет двух щепоток. А если я вот объединю вот это и вот это, что получится? О, ручная граната разрывающая. А с вот этим патрон для дробовика. Нахуй не надо. А вот это... А тут пистолетные патроны, а пистолета-то у меня и нет. Ну ладно, хуй с ним. Да не надо, блядь. Валим отсюда. Граната — это хорошо, будем беречь ее на праздники. Да, ноги очень классно у них отваливаются. Так. А, взорвать или ослепить? А, там дальше еще они все. Всех не взорвешь. Плюс там еще растения это ебучее.
Растение-то и не слепится нихуя даже. Вот это прикольно. Быстрее, блядь! Патронов нет, нихера нету. Отлично, дигл. Время взять в руки дигл. У Ханка-то у этого окуляр еще разбит. Монокль, ёптера, брокнули. Так. До сюда мы доперли. Окей. Сейчас пойдет граната в дело, походу. О! Отлично. А может и не пойдет граната в дело. Хуяк жбан, хуяк жбан. Блять. А вот ты тут нахера такой красивый встал. Да пиздец какой-то, блять. И что, ты, блядь, не умер еще, скажешь, что ли? Так, сейчас, походу... А это что? Так, если вот это... Так, это мы заберем. Ну, крафтить пока что мы ничего не будем. Уйди нахуй, половинка, блядь, человека. Давайте, суки, подходите. Кучнее, мать вашу. Уроды, блядь, конченые. Что за, блядь, почему... Бля, она и была... Сюрприз, мадафаки. Все, вопрос закрыт. Главное на меня... Да ладно, хорош ты. Вообще... Вообще... Просто половина бабы, бля, ползло в атаку. Так. Давай, родный. Все, в принципе, достаточно. Так, здесь что у нас... Что у нас тут было-то? В чем за место? Подожди. Блять, ты что, живой, что ли? Так. Объединяем с вот этим говном. Ай, блять, наебался я, походу. Две гранаты сделал зачем-то. Хорошо, нахуй отсюда. Блять, зачем-то. Бля, опять, ну жеб твою мать, на управление. Давай! Свободно, ублюдки. Что-то осталось-то. Порох, блядь. Нахуй нужен. Ой, блядь, ты-то нахуя здесь? А тут еще две двери. Да, конечно, ну ты молодец, блядь. Пиздец. Ну, тирана сюда ставить, это вообще, блядь, незаконно, я считаю. Я считаю, что полная хуйня. Давай! Отлично, застанился. Но я понимаю, что это финиш уже, походу. Ну, давай, конец главы, давай, где? Ёб твою мать, ой, блядь. Ну, все, это пиздец. Там еще какая-то хуйня стоит. Давай, нож же был, где-то был же нож. Блядь, нет ножа, нихуя вообще нету. Я нихуя не понимаю, чё, блядь, кто, кого, что, что происходит. Ну, понятно, понятно. Очень удачно, очень удачно. Разработчик сверхразум, блядь, разработчик-разумист. Пиздец. А из-под одного вылез, и на тебя второй нападает. Ну, это охуенно, я считаю. А вот тут есть кнопка заново, да ты что, это молодцы какие, блядь. Так, дошел я до лифта, значит, ситуация такая. Здоровье желтое, патронов... На автомат нету, на дигл 4, граната 1. Пробуем. Пробуем что-то высрать из этой ситуации. Сводимся, свелись. Тоже неплохо. Нахуй, ноги на выход. Патронов все меньше. В этот раз... Да уйди ты нахер, шалава. Так. Достать... Какой выбросить-то? Объединить. Достать. Пожалуйста, давай быстрее. Там этот ползет еще хуй лучше. Жирнище вообще, блядь, тут не в тему. Кидают с под ноги, твари. Так, эти, блядь, джентльмены.
Тут я вижу только один способ с ними, конечно, блядь. А тут только на гранаты-то и хватает, я так понимаю. Тут больше... Либо ты делаешь гранаты, либо ты сосешь бибу. Потому что вообще больше ни на что не хватит. Где там друзья-то твои? Так, хуй его знает. Давай, надеюсь. Здесь по всем зайдет. Че, вроде норм. Так, мистер Ха. Так, мистер Ха нагнут. Мистер Ха сейчас должен присесть на колено. Мистер Ха законтужен, законтузили. Давай, 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 родной, бля, что у меня осталось-то? Дигла нет, одна гранат, пиздец вообще. Не, так это... Не проходится это говно. Иди ты в жопу, шмуня. Так, этих развалили, рюкзаков нет, ничего нет. Но сейчас либо вот это дерьмо меня пропускает, либо нет. И оно меня не пропустило, и оно меня сейчас, походу, сожрет с ваншота. А, у меня был нож, у меня был нож. И тут же, блядь... Да иди нахуй, ты, блядь, тут ходишь, пиздюк, ёбаный, блядь, заебанец, блядь. Пиздожопый, блядь, и второй там нахуй такой же. Уйти ты нахуй лесом, блядь. Ну просто пиздец, блядь. Так, здоровье хорошо, патронов хер да нихера, и снова мы на этом месте. Давайте что-то думать. Блядь, тут бы, конечно... 7 для дробовика. 5 зажигательных боеприпасов, то есть если теоретически донести гранатомет до сюда, с него наконец-то будет какой-то профит. А можно их заставить подойти просто поближе хотя бы? Походу нет, да? Так. Походу здесь только гранаты доставать. Вот это удачно я закинул. Так, что у нас тут? Блядь. Ёбаный Дроздов. Ой, блядь. Давай, сейчас или никогда? Ой, бля. Так. Вот это с этим, вот это с этим. И больше у меня нихуя нету. Нормально, я его нагнул. Говноеда хуево. Теперь здесь аккуратненько надо как-то, блядь. Граната есть. Ну, пиздец, граната есть, это уже... Уже праздник, нахуй. Нахуй, пидорасы. Чё, сука? А ты-то хули не упал? Козёл, блядь. Раз шот, два шот, ну давай, ножом, ножом, ножом его, блядь, если сзади этот пидорас не подошел, то, в принципе, все должно быть нормально. Хуй, блядь, он дважды схватил, пиздец, бред, блядь. Ну бред, уебана, тупорылого, блядь, заебало, нахуй, как это проходить-то, блядь. Обливался его, ну красавец, блядь. Потом прокашляешься, пидота, блядь. Еще одна близина. Я вижу, походу, что надо в вагон забежать. Пидораска, блядь, еще тут на выходе. Сука, животное, блядь. Поставили, и чё? Хуянг выжил, что ли? Ага, там Ада Вонг, здравствуйте, ёпта. И в глазницу ему выстрелили, блядь, гандону этому, меня бесит. Сука, в натуре жопоразрывательная какая-то компания. Фух. 5 минут быстрее, чем любую из остальных, зато промчался. Украшение противогаза. Он и так, блядь, украшен до охуения этой красивой херни. Чё там было написано? Ещё какое-то украшение. Блядь.
Еще какое-то говно вообще на 5 звезд, ну это вообще пиздец. Нет выхода за какого-то... А кто это такой? Шериф на заправке, что ли? Похож на этого Джоуи из друзей. На Мэтта Леблана. Так, сменить украшения. У этого нет. А, есть украшения еще. Да, натуре Джо Трибьяни. О, черепудли. За черепудли побегу. Бля, для кого тут говно, серьезно? Ну, блядь. О, Ваджаджа. Где Ваджаджа? Плющ. Какой плющ это? Вагинально-зубастый демон из скандинавской мифологии. Барянь. Вот на Ханка надо барянь надеть. И все. Ну, шляпа шляпная какая-то. Уничтожь всех мистеров енотов. Режим. Пфф. Пошли в Иванус. Все, короче, манал. Я пишите, что думать, я хуй узнаю, буду ли я вот это проходить после вот этого трэша. У меня с солдат с этого сраного полдня жопу горела, еще ты этот, блядь. Вообще, пятизвездочный отель, блядь. С пукалкой и фонариком, наверное, надо 500 миллионов бомжей убить. Кстати, а где? А четвертый выживший, вот здесь сколько звездочек, почему не написали? Вот, наверное, как вот в этом режиме. Хотя больше похоже на забытого солдата. Не знаю, в общем, короче, все. Все как обычно. Пишите, жмите, все такое. Пошел батя отдыхать нахер. Вот этих ваших зомби.